Желающих окунуться в крещенскую воду много. И взрослые, и дети. Температура воздуха примерно минус 20 градусов. Температура воды, она невероятно холодная. Поэтому здесь сегодня точно самые смелые и самые закаленные жители Углегорского района. Самых смелых ждали на реке Надеждинки. За несколько часов до одного из главных православных праздников место проведения крещенских купаний изменили. Ранее прорубь готовили на озере Черном, но не всех жителей это устроило. Вернуться на старое место решено было после официального запрета Роспотребнадзора. Несмотря на то, что лабораторные исследования воды на озере показывают чистоту, мы не можем принять даже небольшой риск, когда речь идет о здоровье людей. Решено вернуться в село Надеждино. Озвученные мною ранее факты негативны, но мы принимаем это компромиссное решение как единственно возможный сейчас вариант. За вечер и ночь подготовили новую купель на Надеждинке. Служба в храме Владимирской иконы Божией Матери прошла по всем канонам. Утром отец Евгений светил купель, и уже днем все желающие смогли окунуться. Грехов, разрешение, недугов, исцеление. Окунаться в воду на крещение или богоявление – традиция. Такой личный подвиг, по мнению представителей церкви, грехов не смывает. Один из древнейших праздников нашей церкви. Почему называется богоявлением? Потому что в этот день Господь явил себя во всей своей полноте. При освящении Иордана есть такая традиция, священник прям закидывает крест в Иордан, и юноши, мужчины, они прям на перегонки ныряют, кто этот крест достанет и быстрее к берегу принесет. Эту традицию перенесли к нам. Вот только средняя январская температура в Иордане плюс 15 градусов. В России зимой так резво не поплавать. Максимум можно окунуться. Александра Галуненко 3 года хотела окунуться в ледяную воду на крещение. То не успевала приехать, то мешала работа. В этом году получилось. Ну, это очень здорово. Не холодно вообще. Колики идут. Вот. Как бы вообще классно. Передай. Мне очень понравилось. Я бы, наверное, еще просто пошла сейчас и искупалась. Палатки для обогрева и горячий чай тоже успели организовать. Но кажется, тем, кто окунался в ледяную воду, это было совсем не нужно. Первый раз вообще хорошо. Замечательно. Вам да. Холодно? Мне, да нормально. Ты окунаешься, а наоборот согреваешься. Сейчас кровь начинает уже работать. Какие ощущения физические? Скорее, прилив адреналина я испытывал, когда окунался. Ежегодно все желающие окунаются в ледяную воду. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами и сохраняет их весь год. Юлиана Александрова, Екатерина Петрова, Евгений Мелехов, Углегорские новости.